Honda XR с небольшим пробегом. На сиденье какое-то оранжевое пятно, где застоял, возможно, капало на него. Бак у него чистый, ключ один, пробег почти 11 тысяч километров. Резина перед, зад очень хорошая, передний тормозной диск по выработке минимальный, остаток колодок больше половины. Ломы чистые, с двух сторон сухие. Номер рамы 0661. Есть защита рук. Хорошо, защита цепи отсутствует, аккумулятор слабенький, поэтому перекуриваем. На двигателе немножко заводская краска поползла, поэтому здесь подкрасили уже.